Всем привет, это Жуков Антон. Это урок номер 9, специально для First Dance Channel. Поехали. Итак, первое базовое движение — это кач. Кач назад. Посмотрите внимательно, как он делается. Разворачиваемся боком. Кач назад говорит о том, что акцент корпуса будет назад, а не вперед. То есть вы сгибаете колени и заваливаетесь на спину. Сгибаете колени, заваливаетесь на спину. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, добавляем качу назад, плечи. Каким образом работают плечи? Правое плечо опускается вниз, левое плечо поднимается наверх. Левое плечо опускается вниз, правое плечо поднимается наверх. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Совмещаем кач и плечи. Так, что получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. К этому движению мы добавляем руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее базовое движение это опять же плечи, только шаг. Смотрите, каким образом делается. Правое плечо опустили вниз, левое плечо опустили вниз, наверху левое, правое, левое, правое, левое, 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 правое, правое и правое, левое, левое. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Хорошо. Добавляем к этому движению элементарный шаг. Вы делаете шаг с правой ноги в диагональ. Раз. Делаете шаг с левой ноги в диагональ. Два. Совмещаем плечи и шаг. Раз. И два, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два. Хорошо, совмещаем первое и второе базовое движение. Поехали. Раз, два, три и четыре, пять, шесть. И еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре, пять, шесть. Пять, шесть, семь. Ускоряемся. И раз, два, три и четыре, пять, шесть. И последнее, заключительное, третье базовое движение выглядит вот таким образом. Спрыгиваете ноги на крест, и на крест, и на крест, раскрылись, на крест, раскрылись. При этом работает корпус с акцентом вниз и руки. Корпус проваливается, руки идут наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем руки, корпус и ноги. И раз, и два, и три, и четыре. Хорошо. Первое, второе, третье базовое движение. Совмещаем связку. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть и семь и восемь. Чуть быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь и восемь. И очень быстро. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Посмотрите, как это будет выглядеть со спины. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И посмотрите, как это будет выглядеть под музыку. Thank you.
Это Жуков Антон. Это был урок номер 9. Всем пока!